В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» завершился масштабный форум про туризм. Главная задача площадки – обсуждение современных направлений и стратегий развития туристической отрасли в России, в том числе Московской области. Свой потенциал в этой сфере продемонстрировал и Одинцовский городской округ. Основные точки притяжения – парки, музеи, гостиницы – были представлены на форуме. Привлекательность нашего округа для туристов растет с каждым годом.